Сегодня мы получили вот такую царапалку, драпалку из магазина «Шиншилка». Вот как она упакована. Сейчас посмотрим, как это выглядит и заинтересуется, как заинтересуется наша кушанка. Вот такая подставка. Вот. Вот такое, наверное, такая вот основа. И так мы ее закручиваем. Хорошее качество, устойчивое. То есть кот переворачивать не должен. Достаточно легко собирается.